Almanya'da iktisadi böhran devam edir. Spiegel jurnalında dərc olunmuş məqalədə bildirilir ki, teatr işçiləri tətil elan ediblər. Belə şey tez-tez baş verirmi ki, nəsə iş görürsünüz və birdən musiqi səsi eşidəndə oynamağa başlayırsınız? Да. Чтоб я не делала, как услышу музыку, бросаю веник и готовку и начинаю танцевать. После этого настроение ещё больше поднимается. Yəni, bununla bir negatif enerji, pis enerjidən xilas olursunuz, olursunuz və hədəflənirsiniz. Да, да-да, мне становится легко и хорошо. Колоколе, 11 дегэ. Колоколе, 11 минут. Но не ошиблась. Свобода лучше всего прочего учит необходимости любить. И никто никому принадлежать не вправе. Тот, кто отдается чувству без оглядки, тот, кто чувствует себя свободным, тот и любит все силы своей души. А тот, кто любил во всю силу души, чувствует себя свободным. Вот почему, что бы я ни делал, независимо от того, как я живу, все бессмысленно. Это все пустые слова. Тегуми ханым, сіз инде Пауло Кольяның 11 дегі әсәрінен Мария образыны мәшк едірдіз. Мария ұчғар әйалетті яшыян бөк арзулары олан гэнж бір қыз иди, ама онын арзулары хаята кечмеді. Сіз 15 яшында Ағдам театрына бөк арзуларла гэлмиштіз. Bax, sizin arzularınız həyata keçdi mi? Siz doğru правы. У меня было много желаний. Я 45 лет работаю в этом театре. Агдамский государственный драматический театр. У меня было столько желаний выступать на больших сценах, стать известной, получить звание. Глядя на фильмы, я хотела бы быть на их месте. Хотела, как они сниматься в фильмах, как они играть большие роли, чтобы меня тоже заметили. Я так завидовала и хотела, много желаний у меня было. Мое единственное желание в искусстве – получить достойное мне имя за мой труд, 45-летний труд. Ну, хотя бы дали звание заслуженного артиста, чтобы мое сердце хотя бы немного успокоилось. Я со спокойной душой ушла бы в другой мир. Kolların sal oynama, geceler, ay geceler, geceler, ay geceler. Benim sevdaşımsın, geceler, ay geceler, geceler, ay geceler. Yüreğimde sen yine hasreti vardır. İntizar anlarında gece uzun olarmış. Geceler, geceler, gece uzun olarmış. Абдулами. Дядя Абдуль. Разве любовь это вещь, которую можно купить за деньги? Ах, любовь моя, растоптанная бездушными. Бедная душа. Дядя Абдуль. Дай мне воды, цветы полить. Ах, цветы, цветы, вы память моих счастливых дней, вы свидетели нашей клятвы. Помните,
Теперь вы понимаете, что они делают со мной? Фегуми ханым, сизинле сөйбет эденде, дедис ки Сара образы сизе она гөре чок тәсир эдип ки, бу образда шәхси хаятыңызла үстүстө түшен хансыса мегамлар бар иде. Сир дейлсе, шәхси хаятыңызда не баш вермишти? Хансы мегамлар иде ки сизе бу кадар тәсир эләмишти? Когда я была молода, я влюбилась в одного парня. Мы были влюблены друг в друга, как Лири Мяджнун. Мы не хотели расставаться друг с другом даже на минуту. Даже когда он поехал учиться в Баку. В те времена, чтобы позвонить, нужно было пойти на почту. Заходили в двухнумеровую кабину и оттуда звонили. Поверьте, когда услышала его голос в трубке, разревелась и не смогла поговорить с ним. Пришла домой. На утро увидела, что он той же ночью вернулся, только лишь из-за того, что я заплакала. Он был моей жизнью. Я не стала его судьбой. Другой парень назло ему украл меня. Я проглядела все глаза, выглядывая в окна. Оттуда, куда меня привезли, я молила Бога сделать так, чтобы он появился. Я даже выпрыгнула бы из окна, чтобы убежать с ним. Но не вышло. Он не знал, потому что его не было в нашем районе. Теперь переживания и боль Сары кажутся моими. Я даже сейчас, несмотря на то, что у меня 5 детей и 14 внуков, мне кажется, что я так же молода, и я живу той же самой любовью. Иногда во сне я вижу его. Я хочу хоть раз увидеть его. Однажды я встретила его, когда с двумя детьми шла сниматься на телевидении. Мы поехали в Сумгаит и остались там. Когда ранним утром пришла на Сумгаитский вокзал, я встретила его. Он держал в руках хлеб. Мы встретились лицом к лицу. Я застыла на месте, он тоже. Мы не могли произнести ни слова. Только это спросил. Приехала? Ответила, приехала. Я тоже задала ему один вопрос. Дети есть? Он ответил, нет, еще нет. Его насильно поженили. После того, как я ушла, он не хотел ни на ком жениться. Постарел. Мне кажется, это та самая любовь, которую Сара не смогла заполучить. И я тоже, как и она не смогла. Кинесі ульянмасын, арзулар, азулар, трамвай, эсэрінам балансын. Из произведения Теннесси Уильямса «Трамвай желания». Монолог баланса. Характер, баланс, чувствительный и сентиментальный. Сентименталдыр. Мен бүтін, мен. Я принесла на себя все удары. Избита, измордована. Я принесла на себя все удары. Избита, измордована. Все эти смерти, нескончаемая похоронная процессия. Ты всегда успевала на похороны Стеллы. Не пропустила ни одних. Но похороны... Похороны что? А вот смерти. На похоронах тих, что гладь. Но умирает кто как. Умирающие хрипят, задыхаются и плачут. Не отдавай меня... Дай пожить.
Fəqumə xanım, bax siz belə çətin, soyuq şəraitdə məşq edirsiniz də, müxtəlif obrazların məşqini. Bax, içinizdən keçirmi ki, deyək ki, bütün bunları atasınız və yəni gedəsiniz teatrdan ki, yəni belə bir şəraitdə işləmək çox çətindir. Yox, yox. Mən heç vaxt... Нет, нет, я никогда не уйду из театра. И не хотела бы уйти, потому что я люблю театр. Если его не будет, считайте, что и меня не существует. Несмотря на то, что трудно, тяжело, я терплю все трудности, терплю все болезни. Но со своим театром не расстанусь. Я должна прочитать, выучить свою роль и выступить на сцене. Большинство своих ролей, которые играю в спектаклях, люблю как собственных детей. Yox. Bir də hansı həmişə obrazları oynamaq işinizdən keçir və necə bir obrazı oynamaq istəmişsiniz? Да, я хотела бы сыграть много ролей. Даже играла. Много ролей было. Хорошие тоже были, но я все-таки, я очень хотела бы сыграть такую жестокую женщину. Красивую, тихую тещу. Многие роли хотела бы сыграть. Но хотела бы такую, какую-нибудь хорошую, высокую роль. Большую. Хорошую, в общем. Яхши. Фегуна ханым, бидим актерларын чоху Шекспирин эсерлерінде ойнамаа сейлерде. Кими диндинзе хамадыр ки Шекспирин эсерінде ханса образ яратмаа сейлерім. Сизин беле бир арзун бар ки, мисен Шекспирин ханса эсерінде ойнамаа истердіңіз? Разве ты не пожертвовала бы им во имя другой любви? Радовался бы этой любви? Жаловался ли? Пожаловался ли ты на данную мной жертву от того, что я радовалась этой любви? Иди, Сереж, иди, я сейчас буду.
Я люблю свою деревню. Здесь вкусная вода, пейзаж красивый, воздух чистый. Поэтому я никогда не покидаю деревню. Я люблю это место. Алло, да? Репетиция началась? Уже вышла. Машина пока не попалась. Я в дороге еду. Сейчас буду. Хорошо. Допустим, я стала женой Врунского. И что? Нет. Нет. Сережа перестанет ли спрашивать и думать о моих двух мужьях? Возможно ли такое, чтобы наши судьбы соединились? Ой, мы сделаем друг друга несчастными. Я полагала, что люблю Сережу, и своими ласками сострадала. Алло. Алло, я на остановке. Как приедет машина, сразу же выйду. Жду здесь. Режиссер разозлился? Ради бога, как-нибудь успокойте его. Скажите, что сейчас буду. Сейчас приеду, жду машину. Я в дороге. Да, на остановке, да. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Ух ты, Господи. Хорошо. Допустим, я стала женой Вронского. Ну и что? Нет. Сережа, перестанет ли спрашивать и думать о моих двух мужьях? Возможно ли такое счастье без муки? Нет. Нет, невозможно. Наши жизни не сходятся. То есть он сделает меня несчастной. Брат, останови машину. Меня в Гузаны, в Агдамский театр. Подвезете? Ай, пожалуйста, подбросьте меня туда. Я заплачу вам. Не поедете? Нет. Алло, да. Что? Репетиция закончилась? Режиссер очень ругался. Не смогла поймать машину. Застряла в дороге. Как же плохо вышло. Как же плохо получилось.
Hepsi şoktu, hepsi şoktu. Хорошо. Чтобы быть счастливым, да, я подумаю, и найду то, что я хочу. Да, разведусь. Не-не, это невозможно. Мы жили в Агдаме. Началась Карабахская война. Мы вынуждены были переселиться оттуда. Мы стали беженцами и поселились в вагоне. Я помню прожитые там тяжелые дни. Зимой в вагоне холодно, а летом жарко. Летом мы перекрывали пол вагона и хоть как-то жили там. Однажды я приготовила еду, детей собрала. Две собаки рядом перегрызлись и опрокинули всю еду. В этот день мои дети остались голодными. В провинции очень сложно быть актрисой, потому что городской человек отличается от деревенского. Они даже своих жен не пускают на работу, не то что там актрисой, на сцену выйти. Я рассталась со своим мужем, потому что каждое его дружелюбное слово, каждый раз, когда он говорил «жизнь моя», мне это так раздражало, и говорила «не обзывай меня, не называй меня так». Когда он мне говорил «жизнь моя», мне казалось, что он меня обзывает. Я не выдержала. Пятеро детей у меня. Всех пятерых я подняла в одиночку, без чьей-либо помощи, сама воспитала. Всех вырастила, всех разместила, мальчиков поженила, девушек выдала замуж. У меня 14 внуков. Слава Богу, я горжусь ими. Я живу одна. В доме тоже одна. Я как вернусь с работы домой, сразу же достаю свою роль из сумки, кладу очки на диван, потом переодеваюсь. Выпью стакан чая, сажусь и начинаю смотреть свою роль. Из известных актеров я хотела бы играть с Джоном Малковичем. Очень бы хотела.